В преддверии 30-летия независимости Казахстана в Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска прошел TEDx Talks. Встречи в таком формате проходят на постоянной основе. Здесь дети не только делятся интересными фактами, но и обучаются ораторскому мастерству, расширяют свой кругозор. На праздничную встречу ученики 7 и 8 классов выбрали тему лидерства. Каждый выступающий спикер подготовил свою речь о том, каким они видят лидера, делились своими лайфхаками по развитию таких качеств, как убеждение, самоуверенность. По итогам TEDx все спикеры получили сертификаты. И в принципе в нашей школе данный юбилей, да, 30-летие нашей независимости, независимости нашей республики, оно отмечается не только в проекте TED Talks, но и в различных концертных программах. У нас запланировано большое количество мероприятий в школе. Но сегодня мы провели именно данное мероприятие, и оно было организовано для 7 классов, чтобы у них это было целенаправленно, чтобы у них развить патриотизм, чтобы у них развить любовь к малой родине.